Три года назад в этом доме обрушилась часть кирпичной кладки и крыша. При поддержке акимата жилье восстановили, но обитателей буквально замучил туалетный вопрос. Дом не был подключен к системе канализации, зловоние из выгребной ямы отравляло воздух. На этот раз выручила компания СНПС «Актобемунайгаз», которая отстроила рядом новый офис. После переговоров проблема с канализацией решилась. Общая протяженность около 200 метров в одну нитку. Здесь проложены две нитки диаметром 110 миллиметров, одна резервная, одна основная. Также расположен колодец задвижек, где можно переключать и так далее, то есть резервную нитку. Вообще до этого канализации не было? До этого канализации, вот там, если вы обращали внимание, там находилась яма, выгреб, который септик, да, ну, обыкновенный септик, который заполнялся, и его потом выкачивали, если успевали выкачивать. Если нет, то вода вся текла мимо дома, как бы, да. Пусть сейчас, как запустили насос, мы запустили его 18 декабря, то есть уже самую систему дома подключили 18 декабря. С тех пор она работает, все, как бы, сейчас, в настоящий момент, ни капля, все идет в центральную канализационную систему. В трехэтажке всего 27 квартир, и жители очень рады, что наконец избавились от антисанитарии, царившей в их дворе. Теперь же все стоки по трубе уходят на КНС, что в районе набережной. Я живу здесь около 10 лет, и наконец-то, как говорится, можно сказать, ура! Вот. А здесь так до этого невозможно было жить. Во-первых, все было, как говорится, втихали, да, вот растекало все. Ванизма ужасная была. Дети маленькие играли, только следили за ними, чтобы они не лезли в эту, ну, как говорится, вот, вонючку, нашу речку, как обозвали. Вот, вот эти зимой пары на дверях вообще невозможно было. Вот все стекало, как вот пары идут, и вот снег. Вот. А вот сейчас мы прям благодарны нашему акиму. Большое ему спасибо. Столько лет мучений мы столько пережили. И пары, и испарения, и подвал был этот. Естественно, что сейчас просто благодать. Спасибо, большая благодарность областному акиму Архимеду Бегежановичу. Этот Умарову большое спасибо тоже нашему этому акиму. И этот Агибаеву Аслану Шаяхметовичу громадное спасибо, он нам очень помог. И подрядчикам за их работу, за то, что они, слава Богу, избавили нас вот от этого всего. Всем громадное спасибо. Только один насос обошелся в 500 000 тенге, а их здесь два. Всего же на подведение системы канализации спонсоры потратили 10 миллионов. Объект уже сдан в эксплуатацию, правда, на чей баланс передадут сети, пока неизвестно. Лейла Дельшинова, Марат Акажанов, программа «Факт».